6 июля, 22 год, на улице плюс 18, и сегодня с утречка дождик. Вчера было тепло, сегодня дождь. В общем, этот год у нас явно тропики. Вот. Но, с одной стороны, меня это очень радует. Фиг бы с ним, с этим летом, как бы с жарой для человека. А за этот сезон все так максимально выросло. Особенно вот эти деревья у нас посажены, сосны. Они просто стали гигантские. Вот нереально большие. За очень короткий срок они распушились, выросли. Прям заметно. Как говорится, невооруженным глазом сразу видно, как это все дело разрослось. Буквально там, не знаю, пару лет назад у нас тут маленькие деревья стояли. И, кстати, у нас еще и свой полив есть отдельно, система полива на улице. Вот вчера жарко было, там один день, и то уже полив включается автоматом, поливает. И вот эти деревья, получается, постоянно, ну, вода, в общем, есть. Нету такого, чтобы они не получали влагу. Тем самым они очень быстро растут и очень пышные сосны. В отличие, например, от таких же деревьев, там дальше дорога есть у нас, поселок. Там они растут уже много лет, старше этих деревьев, но они не настолько пышны и не настолько большие. А эти вот за счет хорошего полива. И вот в этом году еще и те деревья в целом, как бы все деревья поливались хорошо. И уже такое прям джунгли ощущение начинается. Птичек очень много. Каждый раз новые птицы появляются у нас тут. Короче, круто. Для растений максимально прям отличный такой сезон. Прям реально как будто тропики какие-то. Пару дней жары, потом ливни. Жара, ливни. И при этом, например, вот сейчас ливень, да, был все утро. Сейчас чуть-чуть прошло, мы вышли погулять. Сейчас я вышел, вот Олю жду. Пойдем прогуляемся. Посмотрим, как в поселке у нас тут, в нашем комьюнити, растут деревья, которые мы посадили. И чуть позже очень может быть жара и можно загорать. Это прям фишка реально каких-то тропиков. Ливень, жара, ливень, жара. И вот как раз сидели сейчас, влоги смотрели, там путешествия. Люди путешествуют по всяким тропическим джунглям. И там такая же тема. То у них там как из ведра льет, то пекло, дышать нечем. Только единственный момент в нашем случае плюс. У нас нету никаких насекомых. Ну, в смысле, они есть, но они вообще не опасные, они на нервы не действуют. Есть там комары у нас, но они выходят только вечером. Ну, и то так, как бы, прям, это не проблема, короче говоря. И они не переносят никаких там болезней, зараз. В общем, у нас здесь, в Башкирии, вот конкретно, вот где я нахожусь, проблем бояться зайти в лес нету. Единственная штука, что у нас есть, это клещи, но они бывают только в определенный период, там что-то весной, что ли, все. Во все остальное время нет такого, что ты пошел, кто-то на тебя нападет, кто-то укусит, какие-то ядовитые чего-то. Ничего такого нет. Ядовитые растения. Очень редко, что что-то там прям жесть какой ядовитый, если не тот гриб съешь. Но тут вопрос, зачем вам в лесу прям кушать непонятные грибы.
Ты или идиот, или не знаю. Ну и получается, что в отличие от джунглей, у нас хороший чистый воздух. Вот я сейчас вышел, такой свежий воздух здесь. И он прохладненький, ну, такой приятный его. Птицы там прикольные, блин, прям реально джунгли. Приятно вдыхать. Он как будто, знаете, освежающий воздух. И в него добавлен вкусные всякие специи, ароматы. Я не знаю, как это объяснить. Короче, мы когда были в Дубае, вот, я из самолета вышел. Если бы не семья, а дети там хотели бы там купаться и плавать, я бы вернулся обратно в самолет, сказал бы: везите нахрен меня обратно в Россию. Вот. Мне сейчас бесплатно, если скажете: давай я оплачу, поедешь в Дубай, я скажу: нет, спасибо. Давайте я вам заплачу и не поеду никуда. Я лучше останусь здесь, в России, буду здесь дышать воздухом. А когда мы приземлились в Дубай, это же просто какая-то жесть. Я не знаю, включили микроволновку, добавили, как у меня тут в хамаме, влажности. Я как только вышел, у меня такое ощущение было, что... А я еще в джинсах был. Вот, и футболку. У меня такой... Этот, как будто мои джинсы стали там раз в 10 тяжелее, резко. Вон, смотрите, вон два вида птиц, вон только что было. И вообще дышать нечем было. Просто какая-то тупая микроволновка, море, кипяток какая-то. Там вообще, короче, по мне так это нафиг надо там жить и вообще туда ездить отдыхать. Я только мечтал, что мы приедем обратно в Россию, и я вдохну воздух. Я даже на третий день Оле говорю: давай купим билеты обратно, просто еще раз заплачу и валим отсюда. Оля говорит: мы же отдыхаем. Вот. Про воздух. Какой воздух бывает? Вот разница в джунглях всяких там. Очень много насекомых и очень влажность, дышать нечем. Ядовитых всяких существ много. А у нас, получается, здесь в России, в принципе, тоже такой же джунглеобразная тема появляется какая-то. Но у нас нету ничего ядовитого. Отличный, свежайший. Как будто, знаешь, есть же, из морозилочки достали холодный напиток там. Вот такой воздух у нас. Воздух просто, блин, я не знаю, вот если скажешь, что в России прикольного? Воздух чистый, офигенный. Всегда разный. Да, разный. Зимний, осенний, весенний, летний. Вот да. Все сезоны в России летом, воздух... Цветет что-то, определенные цветения, определенные такие ароматы. Да, и кстати, вот когда мы ездили вот в Дубай, я пример привожу Дубай, потому что ну, там примерно такая же штука есть, как в жарких странах, да? Высокая влажность, жара. Там запахи отсутствуют. Вот если вы не были в таких странах, я вам могу вот сказать. Вот вы стоите в России, допустим, вдыхаете, чувствуете запах поля. Вот и я думаю, что вы понимаете. Стоите возле березы, допустим, березовой рощи, вы... Вдыхаете и чувствуете запах березовой рощи. Это вот, я не знаю, дубовой рощи. Прям эти запахи существуют, и вдыхаете, вы их знаете. А когда вы где-нибудь там в Дубае, в Дубаях, там запахи вообще отсутствуют. Единственное, что их спасает, это вот эти вот кальяны. И духи этот, маслянистые из масла. Потому что обычно такие спреи-духи, они не действуют там буквально 15 минут, и нету запаха, все потом смылось, и все. А вот такие вот, которые масла, они прицепляются, еще немножечко есть запах. И они льют на себя эти масла, и вот эти кальяны, и... В общем, из-за того, что там вот эта высокая влажность, как я понял, почему не чувствуешь запахов, влетает в воздухе очень много влаги, и вот эта влага
как бы забирает в себя все запахи, как будто промывается. Ну, я не знаю, как-то вот чисто на наноуровне какая-то штука происходит, что твой нос просто тупо уже не улавливает никаких запахов. И ощущение такое, знаете, в целом все пахнет, где бы вы ни были, на улице, на море, там, не знаю, в отеле, где-то. Все пахнет одним запахом, как будто что-то... Вот очень долго закройте комнату и туда воды добавьте, поставьте пару ведер воды и закройте комнату и включите жару. Такой спертый, чуть-чуть подванивающий запах. Я не знаю, как на русском языке. Сырость. Сырость, вот, точно. В Армении это говорят намшац. Вот, как будто такой прелый, сыростный такой воздух. И там у них вся мебель так пахнет. Воздух, люди так пахнут. Это просто какая-то жесть. Вот. Я лежал там и мечтал, думаю, блин, сейчас прилетим в Россию, обратно откроется дверь самолета. Я как вдохну этот вкуснейший, прохладнейший воздух России и больше никуда не уеду. Все, я так рад был, когда мы летели обратно. Вот быстрее, говорю, поехали в аэропорт. Давайте заводите свой гребаный самолет, летим нафиг обратно. Прилетел, вот, есть же там, упал, целовал землю, вдыхал воздух. Вот, и все, и нахрен не сдалась эта вся... Вот такие вот путешествия, где там дышать нечем, блин. Но зато благодаря вот этим поездкам всяким, во всякие там Дубая, я понял, что, ну, как бы вот разница, да, это когда относительно, ты понимаешь, разницу начинаешь ценить, то место, где ты живешь. Ну, я и в принципе как бы ценил, но тут еще больше. И сейчас, когда я выхожу и вдыхаю воздух здесь... Я просто, блин, кайфую, что у меня есть такая возможность. А мы еще этот воздух улучшаем, потому что посадили огромное количество разных всяких там растений. Плюс еще, когда идет дождь. И это все вместе, это вообще просто шикардос. А самое любимое мое время по воздуху, я не знаю, у вас есть такое время, нет, но для меня так дышать это, я не знаю, вам тоже, наверное, важно дышать. Мне вот, например, очень важно, что именно я дышу, блин. Каким-нибудь пердежом там, я не знаю, дубайским или березками. Вон у меня березы растут, видите, я специально даже березы посадил. И это очень разный воздух, вот. Дубайский пердёж или российские берёзки. И вот осень, когда много уже зелени, да, всё прям, деревья на полную катушку работают, и начинается вот эта осенняя прохлада. Вот это просто охренительное время. Вообще, солнышко светит. Вот, и особенно, когда время бабье лето называется. Это просто мега шикарное время в России. Я думаю, что нету в мире таких мест. Вот. Почему-то люди не ценят вот... Ой, Россия, экология плохая. Да нихера себе экология плохая, блин. Чернозем, снизу целый слой глины, это одна из важнейших составляющих. Вон сейчас даже смотрели, вот в Амазоне, там птицы летят специально, экскурсию проводят там людям, где птицы прилетают покушать глины, потому что она очень важный как бы элемент там в рационе составляет. Многие животные туда приходят. Если кто вдруг, ребята, не знал... Вот многие, даже когда мы деревья сажаем, там, ой, глина, это плохо.
Вы что, блин, вообще говорите? Глина это плохо. Изучите, что такое глина. Спасибо, скажите, что у вас вообще есть глина. Глина это образуется за там много там миллионов тысячелетий, я не знаю, не буду сейчас по времени говорить, но до хрена времени надо, чтобы образовалась глина. И глина в себе содержит нереально большое количество всяких микроэлементов, которые нужно растениям и даже человеку. Это одно из важнейших вещей в природе. И если у вас... А тут, в России, земля, это просто, ну, я не знаю, идеальная земля, идеально. Чернозем идет, потом идет глина, потом там какой-то песочек. Есть вода, вот у нас здесь вода артезианская, вы прикиньте. Вот у меня колодец, этот, скважина, да, мы вкопались, вот, 50 метров, у меня артезианская вода, чистейшая, подключена к дому. В России есть собственная вода в земле, собственный чернозем с глиной, блин. Природа охеренная. Вообще воздух классный, блин. Ну, понятно, что если где-то в России вы живете в какой-нибудь, блин, Мухосранске, я думаю, что это больше люди делают этот срач. И особенно это города. А города это не показатели России. Как бы нельзя говорить, что в России плохо жить, приехав в какой-нибудь там Мухосранск, где город какой-то, люди ведут себя как, ну, какие-то, не знаю, дерево не могут одно посадить. И жалуются на Путина, например. И ты показываешь вот этот говногород, где, ну, выйди ты, блин, ну, может, хорош уже жаловаться на Путина, выйди и разберись со своей мусоркой возле дома. Вас же много, блин, в этих гребаных муравейниках, выйдите и разберитесь. Нет, они все этой тысячи человек в этом доме будут сидеть, ой, мусорку не убирают, тут мусорка валяется, ой, вот нету детской площадки. Выйдите да сделайте, блин. Выйди, посади дерево. Кто тебе мешает? Тысячу человек сидите, ноете, блин. Выйдите, что-нибудь сделайте. Скиньтесь по 10 рублей и положите газон. Поэтому, по мне, так вот эти жалобы, что в России херово жить, потому что плохая экология. В России херенная экология. Просто это люди ленивые. Очень большое количество людей. Ленивые люди. Вот. Вот я взял, вот нас двое всего лишь, я да Оля. И мы вдвоем здесь посадили около 60, я не знаю уже сколько, я до счету сбился, блин. Больше 50 разных деревьев. Нехер делать. Вообще, вот за 2 года мы организовали здесь райский сад, блин. Нефиг делать. И кроме этого, мы еще в нашем поселке посадили уже, наверное, чтобы вас не обмануть, больше 70-80 деревьев. Просто вдвоем с Олей. Вы представляете? Вот просто мы берем и это делаем, сажаем. Вот мы тут выращиваем всякие деревья, проращиваем. И их сажаем, сажаем, сажаем. Как вы думаете, много человек нам помогает это делать? Нет. А люди-то живут. Вон, люди живут. И почему-то всем в ломы это делать. Вот если уже кто-то посадил, то классно. А самим выйти и проявить какую-то активность и посадить, никто не хочет. И вот потом сидеть и говорить, что Россия, типа, фиговая страна, здесь экология плохо, все плохо, плохо и жаловаться, да. Нет, великолепная почва, отличная вода. Отличная природа. Есть, блин, воздух. Гордитесь воздухом в России, блин. Это просто офигеть. Тут все сезоны есть. Весна охеренная. Лето. Осень, зима. Все тут есть. Особенно зима. Это же просто, блин. Я не знаю, почему люди зиму не любят. По мне так... Это просто шикарная штука. Все беленькое, вот зимний воздух, это же, блин, это просто, это вам, пожалуйста, на блюдечке,
холодное, чистейшее, морозное, утрешнее. Воздух. Вы выходишь, вдыхаешь и думаешь, блин, обалдеть. Вот это да. Хорошо, что я здесь живу. Вот где вы можете разных сезонов получить такой воздух? А это важнейшая штука для человека. Так что цените и не жалуйтесь на Россию. Лучше ты выйди в свой, блин, двор и посмотри, что ты можешь сделать в своем дворе там, даже в том же городе. Подними свою жопу и пойди и что-нибудь посади. Вот. И поменьше жалуйся там на кого-то. Кто вот мне мешает, например, взять, посадить здесь дерево? Путин, что ли, мешает, блин? Или там Байден мне запретил это делать? Или кто? Никто ж мне это не запретил. Я просто взял да посадил. А я знаю много людей, которые ни хера не делают. У них ничего не посажено. Ну, просто вот не делают и все. Вот ты сейчас стоишь вот или слушаешь меня, вот выгляни у себя в окно. Вот просто выгляни к себе в окно, блин. В свой двор или, ну, из подъезда, если у тебя город. Просто перед домом посмотри. Пустота, да? Если нету деревьев, почему ты не посадил там дерево возле своего дома? Сразу такие отмазки, типа, а что сосед не сделал? Я, что ли, должен за всех делать? Да, ты должен, да. И, ну, пусть все, типа, соберутся, мы вместе чего-то, чего-то. Я вот, например, так не делаю. Я не жду, что вот все собрались и вон посадили там у нас на улице где-то дерево. Я просто иду и сажаю, блин, это дерево. Можно там разный вариант. Можно, например, пойти... ту же иву. Кусочек ивы взяли, воткнули, ива вырастет. Можно из леса вот эти какие-то деревья маленькие растут, взять, пересадить здесь. Можно пойти купить, например, если вам не жалко. Мы даже покупаем вот уже в садовых центрах деревья и сажаем на улице для людей. И мне не жалко, я это делаю. И не стою... Ой, да, знаете, вот вы все должны скинуться, вы все что-то мне должны, а давайте соберемся, а что это я один должен только это все делать? Вот у меня такого нету, я просто вот хочу, иду, беру и делаю, и сажаю дерево и хожу, потому что я здесь живу, и мне это по кайфу. И не жду, чтобы мне кто-то спасибо сказал или собрался со мной это делать, блин. Хотите, присоединяйтесь, не хотите, не присоединяйтесь, я это делаю. Так что выгляни свое в окно и посмотри, возле твоего дома, подъезда, есть деревья? Нет деревьев? Ну, значит, ты, блин, ленивая задница. И ждешь, когда сосед что-то сделает. Выйди, да и сделай. И не надо ждать там, что какие-то другие люди будут тебе там помогать. Выйди, просто сделай. И все. Посади что-нибудь. Любое деревце найди где-нибудь. Добудь. И организуй. И это дерево вырастет, оно будет радовать всех. И вся эта энергетика радости принадлежать будет тебе. Потому что ты получишь энергию радости этих людей. Вот это и есть благодарность. И пока это дерево будет существовать, вся эта энергия, даже после твоей смерти, будет направлена в твою сторону. Гребаный круговорот называется. Энергия. Ну, потому что, например, вот растет груша. Она же содержит энергию. Вот, допустим, мне сегодня кушать нечего. Если я не поем, умру. Вот груша. Я ее съем. И не умру. Получу энергию и, соответственно, проживу еще какое-то время. Но это же кто-то посадил, соответственно, потратил на это энергию. Соответственно, вот эта энергия принадлежит тому человеку, кто это сделал. Он отдал эту энергию. Ну, в данный момент это я сделал, например. Я потратил свою энергию, посадил это дерево, ухаживал.
сделал так, чтобы это дерево давало еще новую энергию. Вот оно. И тот, кто кушает, получает мою энергию. И потом эту энергию используют. И это идет в круговорот. И я получаю в итоге это все обратно. Понимаете, как это все дело работает? Так что создавайте, созидайте, делайте красоту. Не ждите, что кто-то вам будет помогать. Просто делайте, кайфуйте от этого. Вон ворона летает. Прикольно. Мне даже вот... Прикольно, да? Мне детство напоминает вороны, когда я там шел в березовой роще в школу, и вороны вот так каркали. Блин, так хорошо сразу встают. Кто-то что-то очкует иногда от этих звуков, а мне так, когда вороны каркают, прикольно. У меня хорошее такое ощущение сразу. Так что в России хорошо. Все только зависит от людей. Вот создавайте, улучшайте окружающую среду. Я вот по моим наблюдениям понял, что большинство людей ленивые. И беспонтовая черта такая есть в России, что люди в основном как бы только за свой участок парятся. И не хотят, как бы не считают вот там за забором территории, куда надо тратить свою энергию. Это неправильно. Дом это не только вот ваш вот этот участок. Дом это вот, ну, в целом земля как бы дом. Это понятно, но хотя бы охват должен быть вот твой район. Это твой дом, блин, твой воздух. Вы все здесь живете, блин. Выйдите, посадите какие-то растения, следите за окружающей средой. Вот этого не хватает в России. Вот. Это знаете как, в России по ресурсам все есть. Отличная земля, как это растет, все быстро растет, хороший воздух, все, все возможности есть. Инструментарий прям вот на. Но вот люди... Как-то, вот знаете, не хотят делиться с обществом. Вот этого не хватает. И это не очень хорошо. Вот, более активно. Ну, так сказать, не надо как бы думать только за свою жопу, блин. Вон, выйди на улицу и маленечко сделай мир лучше. И тогда уже, и тогда наверняка вдруг запляшут облака. И вам всем тут в округе станет лучше. Посади ты хоть одно дерево. И не жалуйся на Путина, а выйди и что-то сделай. Я раньше тоже жаловался на Путина. Сейчас я понял, что... Больше люди виноваты, чем президенты всякие. Потому что я увидел, что человек может сделать много, независимо от вот этих всяких руководителей, но не делает. Например, кто мешает это все делать? Вот, и на это денег-то не надо. Но люди не делают. Вот просто вот не делают. Вот может сделать, все у него есть для этого возможность. Но он просто посидит на диване. Или просто будет бухать. И я понял, что, ну, понятно, что там президент, какие-то вещи, можно там жаловаться на что-то. Но в большей мере виноваты сами люди. Соответственно, будет у вас такой же президент. Выйдите. Начните сажать, ухаживать, дворы свои как-то облагораживать. И президенту придется поменяться в лучшую сторону. Потому что он уже должен относиться в целом к людям, как они хотят. Если люди хотят сидеть ровно на диване, то ну такое же к вам отношение. А если вы хотите вот... творить, делать, что-то улучшать. Им придется меняться.
И президенты будут другие, и власть будет другая. А люди думают, власть надо менять, типа сменить власть. Это так не работает. Власть ровно такая, как какой народ примерно. Если народ улучшает себя, власть тоже будет под это подстраиваться. Все. Самая лучшая революция – это когда люди сами себя улучшат. И, соответственно, руководители тоже будут подстраиваться под людей, под общее количество. Вот. А люди хотят наоборот. Просто меняют верхушку. Себя меняй. При чем тут верхушка? Вот и как бы весь расклад. Так что мне нравится Россия. Здесь все прекрасно. Есть какие-то, конечно, минусы. Но чтобы улучшить Россию, я делаю все, что возможно. Улучшаю себя, окружающую среду. Вот, делюсь с вами. Почему я снимаю такие видео? А потому что, чтобы вот эта мысль попала вам в голову, и вы не обламывались, когда один идешь и сажаешь, например, деревья. И типа, вот я один делаю, никто спасибо не скажет. Никто не участвует. Где вся команда? Общество молчит. Вот эта вся херня же есть. Да насрать на общество вообще. Насрать на то, что тебе спасибо скажут, не скажут. Ты просто, блин, выйди и сделай, блин. Молча. И все. Ходи, кайфуй, блин. Сделал, еще пойди сделай. Потом еще пойди сделай. И это цепная реакция такая будет. И все. И мир станет лучше. Обалденно, да? Красота! Ягода малинка, оп-оп-оп. Вот такая вот красота. И вот такая красота. Обалденно. Сейчас отгуляю, видочки снимаю. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Вот иву посадил. Просто взял, воткнул палку сюда, вот эту, от ивы. И она просто выросла. Не это ли фантастика? Вы прикиньте, вот насколько в России земля хорошая, что просто берете вот эту палку, втыкаете в землю, и из нее дерево получается. Да, Валя? Здесь просто невозможно не вырастить что-то. Вот это в России земля, это просто супер тема. Многие страны там, блин, знаете, сколько мучаются, чтобы что-то вообще выросло. А в России можно вот взять даже палку, например, вот так вот просто ее бросить, она даст корни и будет дерево. Даже так, наверное, бывает, если очень прям захотеть. Мы, кстати, где с поля брали вот эти вот нарезанные палки от дерева, я там прикопала пару палок, посмотрим. Да, они будут деревьями. Да. Это говорит о том, насколько здесь хорошая земля. Как все вон растет. Разнотравие на полях. Вон, выйдите, посмотрите, вот русское поле. Там миллионы разных растений на одном квадрате. Это какой, блин, уровень, как бы, ну, почвы, что такое вообще может быть. Растет вообще все. Пипец это. И люди еще это не ценят, жалуются. Там ничего посадить не хотят. Некоторые люди, вот, допустим, деревья сажают, и 3 года прошло, и они такие, ну, блин, что они растут, все так же стоят. Ну вот минимум дереву 5 лет нужно давать. Да. А потом оно прям как бы бахнет. Вот как за тобой. Ну да, вот.
без всяких там обрезок это вон все растет великолепно. Как подойти к ребенку, там, не знаю, годовалому, и говорить, что тебе не 20 лет сразу? Почему ты за год в 20 лет не... Да. Хотят, как, чтобы дерево было как 10-летнее дерево. Только родил ребенок, и подходишь такой через месяца 2-3 и говоришь, а что ты не выглядишь как 10-летний? Угу. Почему ты не шварцпукер, там, не знаю? Все, брак. Да, бракованный, выкидываем, нужен другой ребенок, который может за месяц быть как 30-летний мужик вырасти. Как вы... И люди хотят, чтобы деревья так... Деревья же тоже такие же, вот, там, только родились, подростки там, растут, свое какое-то время есть. Что-то от деревьев хотят. У кого-то корневая хорошо развита, у кого-то поменьше развита, кто-то быстрее, да. Кто-то помедленнее, но в итоге они все будут большими. Просто время, да, люди терпеть не умеют, кстати. Вот еще Оля тут добавила как раз тема, что люди, во-первых, не хотят ничего сажать, это раз. А во-вторых, если они посадят что-то, подходят и сразу же толпой предъявляют этому растению, типа, что ты быстро не растешь вообще. Хотят, чтобы это выросло за очень, ну, вообще нетерпеливые. Вот, ну, терпение... Что вы хотите-то от растения? Они же тоже свой возраст, там, свое время. Посадил, иди дальше что-нибудь другое делай. Пусть вот потихонечку растет. Так что меняйте вот эту тему, и в России будет все. Чики-пуки. В России вообще должна быть зелень, да, в России должна вообще быть пипец, джунгли должны быть. Да. Если бы каждый житель, блин, вышел, посадил бы где-нибудь деревья там, да, или возможно... Не знаю, вот это прям очень сложно выбить из людей, вот. Вот сегодня, если вы вдруг собрались бухать, иди посади одно дерево где-нибудь, не у себя, а просто возле дома где-то там. И потом только... Да, а потом выпей за это. И бухни вот с другом за то, что ты посадил дерево. Вот возьмите, например, в себе новую привычку такую. Бухать за посаженное дерево. Типа, братан, дружище, сегодня мы выпьем. Тут за что? Да как за что? Мы сегодня дерево посадили. И вот каждый раз, каждое бухалово, это новое, значит, дерево. Ну, прежде чем дерево посадить, нужно взять, например, если это там дуб, желудь, прорастить его, а потом пойти, да, и посадить. Ну, хотя бы, я не знаю, ну, стремиться. Иву хотя бы распространить. Да. А то вообще нету. Вот, как только ты хочешь на Путина пожаловаться, иди дерево посади сначала, а потом уже. Или просто, вот хочешь на Путина пожаловаться, что жизнь говно, вот задай себе вопрос. Ты хоть одно дерево посадил, не для себя, да хотя бы для себя вообще посадил, что-нибудь сделал? Если ты там в многоэтажках живешь, вокруг что-то ты сделал для природы? Если ты ничего не сделал для природы вокруг, значит, не надо жаловаться на Путина. Да, что он что-то не сделал. Ты-то что сделал вообще? Вот. Я сейчас не оправдываю там президентов. Мне похер на них, если честно. Я сейчас как за пример беру к тому, что человек ни черта сам не сделал, а сидит, бухает и жалуется на жизнь. Так выйди сначала что-то сделай, а потом, чтобы ты имел право жаловаться. Скажи так, типа, блин, я уже 100 деревьев посадил, и тот, зачем жаловаться, не знаю, посадил да посадил. Посадил и выпил потом. Да, и посади, иди бухай, чё тебе, сколько влезет. Вот. Ну, хоть будет это какое-то оправдание твоего алкашарства. Да. Вот смотрите, у нас здесь огурчики, вон. Огурчики начинают расти. И вон я сейчас вам покажу свекла, которая редиска, которая переросла. Вон там, наверное, внутри. Надо достать уже. Давай достань. Посмотрим. Тянула репку. Внучка. А потом приперлась жучка. Нет, смотри. Хорошая редиска. Давай этот салат сделаем. Вот это тоже, наверное, достань. Лучше салат сделаем.
Я окрошку хотела, пусть посидит пока. Да? Вот сиди, это. Ладно. Посиди еще чуть-чуть, пожалуйста. Посиди, да. Видите? Цвет ушла. У нас только вот это вот, знаете, вот в России просто как сорняк может расти. Мы уже с Олей поняли, что такое вот русская земля. Это растет все. Вот просто все. Минимум усилий, максимум вот таких всяких вещей. Все можно выращивать. И то, что у людей жизнь, блин, херовая, люди перестали работать с землей. Вот поэтому жизнь херовая стала. Работаете, работаете и покупаете всякие ненужные вещи в торговых центрах, блин. А вокруг земля, все есть, блин. Природные вещи мы перестали делать. И, короче, превратились, знаете, в что, люди? В нытиков, которые сидят, жалуются на своего президента, ничего не делают и мечтают куда-то свалить из страны и, не знаю, и сидеть и как бы говорить, что все плохо, Россия плохая, экология херовая, у нас все плохо. Чего плохого-то, блин? В Африке сейчас сидит голодный ребенок, где ни черта там, может, не растет, блин. Воды нету. В пустыне там какой-нибудь... В Дубаях там какой-нибудь этот... Бедуин со своим верблюдом. С 3 капелькой, блин, тухлой воды. Не знаю, как верблюдом зато. Да, столько у людей проблем, реально есть проблемы. А вы сидите, блин, вот даже дождь можно собрать и попить. Вода, земля, все, огурцы. Кинул одну семечку. И тут огурцов вагон, просто вагон. Как может быть плохо вообще? Я охереваю, конечно, от людей, от человечества вообще. Одну семечку кидаешь, блин, а растет целая куча всяких штук. И у нас типа голод, кушать нечего. В Магните и Пятерочке заканчивается еда, как будем существовать, блин, ну нихера себе. Пришли к тому, что Магнит контролирует современных людей. Офигеть. Когда вот такое может быть у вас под носом. Вообще у всех земля. Нафиг это надо. Сидим, ждем, что нам Магнит скажет делать. Вот. Нами правит Магнит. Да? Пятерочка и Байрамы, и кто там еще, всякие метры. Ашан диктует, как нам жить, что нам есть. Всякую херню там продают. Помидоры из камней. И все там, вот эти все фрукты, которые продают. Заставляют больше работать. Зеленые, да. Да, вы пашете, как терминаторы, просто вот. Пашете, пашете, пашете. Лучше бы вы пахали вон в поле, и больше бы толку было. А так у вас круговорот, вот как этот, бесконечно работать, чтобы купить 3 деревянные помидорки в этом Ашане. И потом опять бежать работать, чтобы купить еще такие же тухлые помидорки. И жаловаться на Путина. Что-то типа такого. Вот так. Я даже, если честно, вот меня вот даже вот это сейчас как бы... не устраивает в том плане, что даже мы сейчас находимся как будто тоже чуть-чуть еще в заключении, как бы мы в полусвободном формате сейчас живем, потому что, ну, по мне, так вообще куда-нибудь еще дальше надо в глубинку уезжать, брать больше земли, прям вот, чтобы земля была. А тут земля в России, как вы поняли, хорошая, брать там соток 100, и прям полноценно там, сейчас скажут, на хутора давай, братан. Нет, надо так, чтобы еще и люди рядом были. Чтобы... Не, ну это и вот проблема. Люди начинают кучковаться. Чем ближе люди друг к другу, тем земля начинает исчезать. Какая-то странная штука получается. Вот такие частные дома, уже там 5 соток земли. Если это город, уже несколько соток земли, ты просто в каком-то муравейнике живешь.
А вот раньше люди-то не так же жили. Раньше люди жили, например, дом, соток 100, я не знаю, там дофига соток, и следующий дом, поселения были. И у всех там картошка километр поля. Какие-нибудь там фруктовые деревья километр туда, километр сюда. И вот яблоками кидались друг друга просто по приколу, потому что девать некуда. А сейчас все уменьшилось, блин. Вот мы с Олей бы хотели здесь побольше еще посадить. Вот мы бы сейчас только сажали. Потом вот эти вот плоды, допустим, если не реализовать куда-то, то можно держать скотину, чтобы да. Хорошо откармливать. Да, и мясо. Скотина хорошая, мясо, раздавать людям даже эти же фрукты, пусть он приходит, едят, блин. Но если все будут так сажать, никто никому не будет ходить есть, потому что нафиг уже все объедятся. Вот мы от этого правильного существования уходим в какую-то тупую фигню, где Ашан диктует, как в муравейниках, людям сделать евроремонт. Вот если бы у нас даже, вот у нас все есть, но если бы было где-нибудь плантация каких-то деревьев, я бы просто вот съездила бы собрать плоды с дерева, потому что у нас нету. Да, и вот в России с этим проблема. Просто ты какая-нибудь плачешь деньги, заходишь на плантацию, собираешь, можно посмотреть, какой высоты дерево растет, да, чтобы одно дерево потом посмотреть, нужно тебе такое или не нужно. Или вот даже сейчас у нас очень много людей выращивают розы. Вот сейчас прям тема такая про розы пошла. Когда розы продают, там такие пестики стоят маленькие, непонятно вообще, что за роза, какого размера, как она, что. И вот я хожу вот по соседям, смотрю, любуюсь там, да, и уже вот был бы какой-то сад такой, раз у нас здесь в Башкирии растет, какой-то розарий там, чтобы можно было пойти в этот парк, там пусть он платный будет, и посмотреть, что как растет. Ну, это сейчас Оля перечисляет, фишка такая есть вот в Германии, в Англии. Но не у нас, да? Да, там у них очень это распространено. Такие общественные парки, где всякие разные растения растут, можно смотреть. В Америке там еще где-то есть. А в России такая офигенная земля, столько всего растет. И это почему-то не распространено, не знаю. Может, раньше было, мы не видели, не знаю. Но сейчас вот нету. Вот мы бы сейчас собрались, съездили в какое-нибудь такое место, где фруктовая плантация, где можно собрать фрукты с дерева там и еще заплатить, например, за это. Да. Ну, нету такого вообще, ни разу не было за всю мою жизнь. При том, что у нас вон все растет, да, но люди это не делают. Короче, здесь в России я вот от этого момента маленько в шоке. Единственный парк есть, да, вот там, ну так, чуть-чуть. Ну, это же тупо с такой землей сейчас даже задумываться, хотя бы вспомнить один парк. Это как так? Ладно, ты, знаешь, перечислила штук там 10-20, и потом бы вспоминала еще, а ты нисколько не можешь вспомнить, потому что нисколько их нету. И то нам в этот парк, если ехать со семьей, потом очень, ну, нам далеко ехать, и по-любому мы проголодаемся. И вот там так проблемно искать, где покушать. Но и в туалет вообще, куда, да, сходить. Вот это вот тоже и в туалет, да, непонятно, куда идти. Ну вообще, короче, такие возможности здесь, вот в России у людей, вот с природой, погодой, и ни черта нету. Но опять скажу, это вообще дело не в правительстве, это просто, я думаю, что в людях. Потому что за много лет я понял, что это люди не хотят. И получайте вам в подарок то правительство, которое, вот, на которое вы любите жаловаться. Вот так. Пойдем мы с Олей погуляем. Смотрите, какое у нас тут красиво. Дерево, кустарник, хакура нишики, называется это ива. И тут такой прикольный эффект получился. Вьюн начал цвести, обычная зеленушка тут у нас. Пошел по этой иве, и получилось такое ощущение, как будто эта ива именно так цветет. Вот.
И вот так вот этот вьюм просто идет. И таким вот фиолетовый цвет какой-то, голубой, фиолетовый, в общем, там сиреневый перелив. И очень хорошо сочетается. Да, сочетание такое. Зеленые листики прикольные такие. И вот как он цветет. А тут идет такие розовые, белые, тоже перелив. И получилось такое изящное дерево, прозрачное. Ну, прям изящное. И вот из таких вот цветов. И очень круто смотрится. Там, кстати, тоже один маленький начал расти, где он такой же. Да, он тоже начинает виться. И очень это круто смотрится. Тут даже есть желтенькое что-то, вон растет еще. Максимально круто. Вот это дерево у нас тоже разрастается. Дёрин.